Всем привет, ребят. В общем, иду во фьордах, капитан пошел отдыхать немножко. Сейчас буду расходиться с рыбаком. Статус у него занят ловлей рыбы. Ну, это, как обычно, забывают менять. Вот. Либо войски там не сохраняется. У нас, допустим, тоже вобьешь вроде, потом хоп, опять скидывается на предыдущие настройки. Так что на это прям заострять внимание не стоит. Вот. То есть по факту надо смотреть уже, как оно будет, и расходиться. Судно небольшое, 40 метров. Сейчас поближе подойдем, будем уже маневрировать. Нам до поворота 10 минут. С ним у нас расхождение по времени тоже 10. То есть где-то на повороте чуть проедем, и потом уже будем подворачивать на где-то 205, наверное, что у нас скорость 211, и будем выходить. Вот на радаре я тоже его захватил. Ну, расходимся чисто, так, чисто для вас показать. Сейчас у нас стоит head up, то есть курс мы держим сейчас 247. Соответственно, он всегда у нас смотрит на север. То есть двигается только вот это, да? Мы всегда смотрим на север. Это для удобства, так как поворотов много, чтобы не смещался центр. Ну и, соответственно, на true motion идем. Я стал немножко раньше подворачивать, потому что он уже тоже к берегу пошел. Совершенно друг другу не мешаем. Лягу на 234. Дальше будем подворачивать. Все, я лег на 220 пока. Поставят нам наконец-то через пару дней нормальные ТЭК-ДИС, электронные карты, потому что с этими уже замучился. То выключается, то зависает. В общем, отжили они свое. Покажу сейчас снаружи. Сегодня погода вообще классная. Вот наш рыбак слева. Сегодня у нас полнолуние. К сожалению, вся красота, которая вокруг, не передает камера. Вокруг горы. Очень круто смотрится. Ну вот, в принципе, так и пойдем. Дальше немножко еще подверну. Тут, в принципе, ничего сложного нету. Главное, чтобы электронка не зависала, она в ненужный момент бывает выключается, и пока перезагружаешь, тоже время теряешь, блин, отвлекаешься, не есть хорошо. Поэтому стараемся, вот один масштаб установил, и в нем и держишь. Выходим на 211. Все, ребят, такое короткое видео. Всем пока.